Гриффины! Приехали! Спасибо, что между набором смс-ок нашел время меня подвести. Конечно, Крис, конечно, и уверен, все самообразуется. Удачи тебе в твоем деле. Знаешь, ты переехал коляску нележачего полицейского. Ой, пахнет неприятностями. Если это хулиганы, они назовут меня по имени и фамилии. Кто тут у нас? Крис Гриффин. О, боже. Привет, жиртрес. У тебя сиськи больше, чем у твоей сестры. Ах так? Ну, а у тебя тоже есть сестра. И это твой ответ? Блин. Боже мой, бедный Крис. Я сейчас вернусь. Каждый раз смывается, когда приваливает работа. Она просто вышла покурить. Значит, если я хочу от чего-то увильнуть, мне нужно просто пойти наперекур? Ну, видимо, да. Но ты не куришь. Ну, вообще-то, курю. Ладно, Гриффин, я вижу, ты куришь. Иди на перекур. Привет, пап. Рассказать, как у меня прошел день в школе? Случай с моей красивой подружкой Мелиссой. Продолжай. Она сегодня пришла в школу без лифчика. Продолжай. И кто-то пролил воду ей на белую рубашку. Продолжай. Было холодно, поэтому было все видно. Продолжай. Потом она ушла, и я поняла, что совсем одна. Перекур. Знаешь, когда тебя сегодня стали унижать хулиганы, тебе надо было ответить. Стюи, это ведь непросто! Вот что бы ты ответил, скажи я тебе! Привет, малявка! Я бы сказал, пончиком не подавись, горилла бледная. Ох, так! Ну, у тебя тоже есть сестра! Нет, Стюи, мне не придумать таких ответов, как твои! А знаешь, я тебя научу! Так, Крис, они идут. Помни, чему я тебя учил. Как назовешь того, что по центру? Равнобедренный треугольник. Что? Ты что, Крис, мы всю ночь отрабатывали. Знаю, но у меня еще был тест по геометрии. И как написал? Классные очки, придурок. Вблизи ты еще стрёмнее, Гриффин. Так, скажи им... Я слышал, ты родился из задницы своей мамаши. Слышал от нее самой, когда ее дуплил. Ты задорожденный, вот почему у тебя вся грудь в родинках. Это каки присохли. Знаешь, Питер, очень здорово, что после стольких лет вместе мы по-прежнему... Перекур! Что? Питер, что ты там делаешь? Ничего. Правда? Что-то не похоже. Питер, с каких пор ты куришь? Сейчас же выброси сигарету. Сигареты тебя убьют. Успокойся, Лоис, я могу бросить, когда захочу. Смотри, эту брошу прямо сейчас. Прости, что выбросил тебя из окна. Эх, ничто так не сбивает запах газеты, как мятные конфеты. Знаешь, этим вафлям надо на свежий воздух. Идемте, ребята. Питер, сядь и позавтракай. Питер, хотела тебе сказать. Помнишь Роберта, мужа моей двоюродной сестры Сильвии? У этой истории есть конец! Питер, я только начала! Ой, у Майк кончилось молоко! Принесу еще пакетик. Отличная история, Лоис, здорово ты ее закончила. Эй, приставай к кому-нибудь своей веры, в которую умеет себя защищать! Ты вообще не крут! Тебя в бассейн через раз пускают из-за мерзкого микроцефального члена! Он не мерзкий, он необычный. Я могу им дотянуться до кнопки сброса на роутере. Привет, Крис. Ты заступился за этого еврейчика. Это так мило. Прочь, грязная девка. Твои широкие бедра меня не искусят. Анатомия. Вот мой телефон. Позвони. Прежде всего, у нас новое правило. Больше не спрашивать физруков, ходили ли они в колледж. Не ходили. Далее, близятся выборы президента ученического совета. Выдвигаю Криса Гриффина! Крис, они тебя любят! Я тренер лучше Бога. Шевелись! Что ты как гвоздями прибитый? Так и есть. Меня распяли. Ну да, я знаю, но это не значит, что ты должен сдаться. Пап, ты не тренер! Какого черта? Что, что, что? Питер, это ужасно! Вы в доме не одни! О, боже мой! Что со мной? Питер, это запускать нельзя! Я везу тебя к доктору Хартману! Нет, ненавижу врачей! Ты уверен? Там внутри сырные крекеры! Сырные! А?
Стоп! Что такое? Мне страшно! Мне страшно! Ах, ночь пришла. Доктор Хартман, помогите Питеру бросить курить. Я не могу, миссис Гриффит. У него зависимость. Я даже сыну помочь не могу, он не бросает голубизну. Но сделайте что-нибудь, он же себя убивает. Ладно, сколько таблеток Викодина вам дать, чтобы вы отстали? 40. Я научил тебя всему, что нужно, чтобы за себя постоять. Отныне ты ходишь в школу без меня. Как это без тебя? Ты что? Хочешь или нет, но ты пойдешь со мной в школу. Выпусти! Ты не можешь держать меня здесь вечно! У меня столько планов на будущее! Я никогда не получу Нобелевскую! Никогда не стану членом парламента! Никогда не побрежу на молодежь, вставляя себе челюсть! Бестолковая молодежь. Вот в наше время были Кэти Перри, Джастин Бибер. Вот настоящая музыка. Блин, как же мне бросить курить? Вот бы курение само бросило меня. Спасибо, что пришла. Я хочу сказать тебе кое-что важное. Я тоже хочу сказать тебе что-то важное. Питер, думаю, нам стоит расстаться. Ясно. Хорошо, как раз это я и хотел сказать. Извините, моя фамилия Стоун. Я из рекламного агентства Андерсон Уик. Вы идеально подходите для нашей новой антитабачной кампании. А сейчас объявление Американской ассоциации пульмонологов. О, ребята, вот один из моих роликов. Привет, я Питер Гриффин, насквозь больной курильщик. Это ваше сердце. Это ваше сердце на сигаретах. Вопросы есть? Да. Где вы достали сердце? Пятый день я заточен в ранце Криса. Моей главной проблемой остается рост числа фекалий. Вот мой шанс сбежать из брезентовой клетки. Должен сбежать! Должен сбежать! Должен... Там ты и сдохнешь. Так, запомни, меня теперь считают умным. Так что речь должна быть умной и порвать зал. Шиш тебе! Я больше ни слова не скажу! Ты не сможешь вечно держать меня в сумке! Почему? Назови хоть кого-то, кто тебя любит! Ого, непропорциональный ответ. Я пытался быть хорошим братом, а ты отплатил мне жестокостью. Ты хулиган, Крис Гриффин. Боже мой, ты прав. Все, я выбываю. Ладно, выборы откладываются, возвращайтесь на занятия. Да, и еще, хватит смеяться над учителями, у которых нет машин. Жизнь не так легка, как вам пока представляется. Знаешь, Крис, ты поступил очень мужественно. Спасибо, Стюи. А благодаря тебе ко мне больше не будут приставать. Что ж, отлично. Мы поставили этих хулиганов на место, да? Да. Двое из них застрелились. О, как приятно слышать, Крис. Ну, я наконец-то бросил курить и скоро приду в норму. Питер, все совсем не так. Ты навсегда подорвал свое здоровье. Да, Лоис права. Что? Ну, давайте покажем общий план дома с веселой музыкой. Обычно помогает. Блять!